Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на Redmi K40 узнать свой IMEI-код и серийный номер. Для этого нам нужно открыть приложение «Телефон», нажать здесь на клавиатуру, в клавиатуре вписать следующий код: звездочка-решетка 06-решетка. И после чего мы видим информацию об устройстве, то есть наш IMEI-код, второй IMEI-код и серийный номер. Также мы можем зайти в настройки, выбрать пункт о телефоне, дальше пролистать немного вниз и, если я не ошибаюсь, нажать на все параметры, пролистать еще немного вниз, нажать «Общая информация». И здесь мы также видим наши два IMEI-кода. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!